В Архангельске неизвестные в понедельник утром 7 июля обстреляли рейсовые городские автобусы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Архангельской области Игорь Кононенко. Предварительная причина инцидента в конкуренции между перевозчиками. По свидетельствам очевидцев, стрельба велась из автомобиля Ford Focus. В ходе проведения плана перехват машина была обнаружена во дворах домов по проспекту Московский.